Маленькие производства, магазины и предприниматели-одиночки, они все нуждаются в поддержке. Мы не можем оставаться безучастными, и поэтому вновь призываем на помощь нашу рубрику «Живи ИП». Живи. Живи ИП, живи. А Ванечка учит китайский язык. Ванечка, скажи что-нибудь. Коммунист, чайка, заварка, как дела? Красиво. Маленький император, школа китайского языка. 7 карточек, здесь название этих рекламных роликов. И мы сейчас случайным образом, я даже перемешаю. Я мечтаю, чтобы это была школа языка китайского. Понравился видеоролик? Закажите расчет вашего проекта на сайте ruvision.ru. Чик-чик.